мере это. И я представлю миру нового официального члена команды Мстителей, Человека-паука. Помните, что сказал Питер Паркер, когда впервые надел железный костюм? Пахнет как в новой машине, а то, что это запах не на одну сотню миллионов долларов, об этом упомянуть он, конечно же, забыл. Шикарный, высокотехнологичный костюм от небезызвестного бренда позволит вам стать почти настоящим Человеком-пауком. Ну уж покататься на паутине среди родных пятиэтажек вы точно сможете. Не станем забывать и про остальные примочки. Телескопические.